Тело погибшего героя вернули на родину. В минувшие выходные в Якутске состоялся траурный митинг в память о погибшем военнослужащем внутренних войск и Оле Семенове. Родные и близкие, коллеги, сослуживцы и ветераны простились с павшим героем. История воина из Вилюйского района и подробности его последнего боя в материале Афанасия Николаева. Вот сидим. Последний вечер в Якутске, когда он улетал. Последний ужин получается в Якутске. В очередную командировку друзья проводили Айола Семенова все вместе. Они помнят его как верного друга, надежного, всегда готового помочь. Да и профессию он выбрал настоящую, мужскую. И никогда не сомневался в своем выборе. Он говорил, да, говорит, это опасно, но все-таки мы мужики. Если не мы, то кто, он говорил, будет родину защищать. Он бился до конца. В последнем бою он держался до последнего. Даже так рассказывали, говорили его сослуживцы. Свой последний бой Айола Семенов, снайпер группы спецназа внутренних войск, встретил в 200 метрах от села Гюмри, Лунзукульского района Дагестана. Там, в блиндаже, были блокированы два вооруженных боевика. Ваххабиты, заметив группу, открыли огонь и попытались скрыться. Воин якутянин вышел им на перерез и открыл прицельный огонь по боевикам, вынудив их залечь и принять бой. Этим он дал сослуживцам время, чтобы перегруппироваться и не дать бандитам сбежать, но был смертельно ранен. На заполнение данного подвига руководству внутренних войск МВД России он будет представлен как государственной награде Российской Федерации. В минувшую субботу тело погибшего героя было доставлено на родину. В траурном митинге в Якутске приняли участие родные и близкие, коллеги и сослуживцы Айола. Мы вместе с вами скорбим и выражаем соболезнования всем родным и близким, родителям, однополчанам. Ваш сын, ваш племянник, ваш друг отдал жизнь за спокойствие всех народов России. Сразу после траурного митинга тело героя отправили на родину, в первый куляцкий наслег Вилюйского района. Когда я созванивался, спрашивал, долетел ли, как, все нормально. И мне там сказали, что как только прилетел вертолет с Айолом, как только он туда прилетел, когда садился...